ходе рейда сотрудники отдела по исполнению административного законодательства отдела полиции Центрального района выявили магазин, где незаконно, без лицензии, продавали крепкие спиртные напитки. Всего в торговом помещении полицейскими обнаружено и изъято 227 литров алкоголя. Это водка, коньяк и шампанское. В отношении индивидуального предпринимателя составлен административный протокол. Санкции статьи предусматривают штраф с конфискацией продукции.